Где я могла вас видеть? Мне кажется, мы с вами не встречались. Я Соня. Кристина Анатольевна, это мой офис. А вы флористка, значит, да? Да. Мне вас советовали. Надеюсь, что не зря. И что, это все не завянет до вечера? Конечно, нет. И этого хватит такого большого зала? А это не все. Остальное со склада привезут, просто чуть позже. Угу. Какие розы? Да, только не трогайте осторожно. Я очень люблю розы. Да. С виду розы безобидные, но у них есть шипы. Так что, если не знаете как, лучше не трогать. Их можно обрезать, чтобы они не мешали. Но тогда это не будет роза. Вам виднее. Вы же у нас флористка. Надеюсь, со своей работой вы справитесь на отлично. Или я вам не завидую. Удачи.